Включение в неконкурсного конкурсанта новой волны Рудольфа Огонька продолжаются. Сегодня конкурсный вечер молодых исполнителей на новой волне. Перед тем, как выйти на сцену, каждый из них прошел очень крутой тюнинг. У мейкаперов, стилистов, людей, которые делают нас, конкурсантов, лучше. Рудольф Огонек помоет голову. Вот так бывает, когда говорят, что круто, а на самом деле не круто. Картина ТВ круто. Информационный партнер новой волны.